Всем привет, с вами TKM, это передача Elfomed, четвертый выпуск, рубрика «Обзор на неделе». Поехали! Игра этого выпуска – это «Угадай мелодию с друзьями». Думаю, из названия игры все понятно. И перейдем сразу к игровому процессу. Тапаем «Играть». Выбираем плейлист, доступны плейлисты. Песни о любви, зарубежный рэп, драм энд бейс, отечественные фильмы, зарубежные мультфильмы, отечественные мультфильмы, зарубежная музыка, шансон, рок-н-ролл, советская эстрада. Ну, а остальные плейлисты вы сами посмотрите, как установите это приложение. Ах да, забыл сказать, в игре не присутствует донат, что делает эту игру довольно-таки привлекательной для нас с вами. Ну что ж, давайте выберем плейлист, пусть это будет «Песня о любви». Честно говоря, я так особо в музыке не разбираюсь, но что-то ответить смогу. Ну вот, показана заполняющаяся шкала, которая показывает, сколько осталось длительности песни, и после того она отключится. В правом верхнем углу с нами играет девушка под именем Валерия, ее фотографии. Ну а соответственно в левом верхнем углу мы с вами. Ну что ж, давайте выберем песню, пусть будет Селин Дион. Неправильно, был Элвис Пресли. Пусть будет Pink. Ну вот, когда мы выбираем песню правильно, песня загорается зеленым цветом и нам дают баллы. Чтобы выиграть, нужно набрать, соответственно, больше всего баллов. Также за 5 монеток можно убрать 2 варианта. Вот они зачеркнулись. Пусть выберем Элтон Джон. Играет следующая композиция. Ну вот, к сожалению, мы не угадали. И проиграли в этой битве. Мы набрали 8 очков, а оппонент 83. Здесь показано в результатах раунда, на какие песни мы ответили правильно. Это две песни было Pink и Элтон Джона. И, соответственно, время, за которое мы ответили. Вот сейчас я приближу немножко. Соответственно, нам дают больше баллов, если мы раньше оппонента выберем правильный ответ. Вот у меня 59 монеток. Также можно выбирать еще другие плейлисты. В общем, отличная игра. Всем советую. Игра мне очень понравилась. Также ее можно совершенно бесплатно скачать на Google Play Store. Ну а с вами, как всегда, был TKM, рубрика «Обзор на неделе», четвертый выпуск. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в паблик ВКонтакте, а также не забывайте вступать в паблик ВКонтакте Макс Андроид, где вы найдете самые свежие и интересные новости из мира Андроид. Всем удачи, до встречи в следующих выпусках.